Привет, друзья! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, и с вами Олег Кузьмичев. И это у нас восьмая серия строительства дома монолитного по проекту Певчий Комфорт Класс на северо-западе Москвы. Первые серии находятся у нас в этом плейлисте. Все по порядку. Можете посмотреть, какой у нас здесь фундамент теплый, как мы его утепляли, подготовка к заливке фундамента, стены первого этажа, инженерка. Все можете посмотреть в этом плейлисте. Также у нас это будет ссылка в описании под видео. И также смотрите много интересных ссылок в закрепленном комментарии под видео. То есть я делаю закрепленный комментарий, и вы можете его открыть и посмотреть там, какие ссылки есть. Также, кому нравится наш канал, кто-то извлек из него полезную информацию, можете стать спонсором нашего канала. Нажать кнопку спонсорства и посмотреть. Далее. Сегодня мы вам покажем очередную часть нашего объекта, который стоит на заднем плане. Мы посмотрим армокаркас, он вяжется, окна еще не вставлены, опалубка оконная не вставлена, армокаркас до конца не довязан. Ну и мы посмотрим инженерку, как она у нас уложена. Также много задают вопросов про инженерные коммуникации, чтобы мы им как-то подробно показали. Вот здесь есть плейлист инженерные коммуникации, можете открыть его и посмотреть. Ну а что такое монолитный дом? Почему наши домонолитные дома, которые построены по технологии iHouse Термоплюс, считаются высокого класса энергоэффективности? Такие дома строятся на самом деле единицы. Можете посмотреть, опять же, желательно на компьютере или на ПК, потому что у нас таблица выложена, чтобы там стоп-кадр сделать, посмотреть эти таблицы. Есть плейлист «Монолитный дом. Плюсы и минусы». Вот сюда тоже посмотрите, щелкните, и там подборка также целая эта серия видео. Ну что, пойдемте посмотрим, что у нас на данном этапе сделано. Вот, чтобы далеко не ходить, как выглядят у нас инженерные коммуникации в теле бетона. Вот у нас заложены футляры для будущей электропроводки. И сейчас мы увидим также наши футляры, они заложены в армокаркасе. И там закладушки у нас из пенопласта. Вот здесь была из пенопласта закладушка, ее уже отсюда демонтировали. В принципе, если был бы дом сейчас готов, можно уже дальше именно делать протяжку проводов. Это очень удобно и быстро. Ну и минимум надо сверлить, потому что здесь вставляешь подрозетник, закидываешь алебастеры там или еще чем-то, он уже установлен. Ну после, конечно, соответственно, когда сделали штукатурку. Итак, поднимаемся. Мы находимся на втором этаже нашего проекта Певчий Комфорт Класс. Вот здесь у нас, сейчас мы пройдемся, и я вам покажу, сколько сделано инженерных коммуникаций. Ну, сначала посмотрим сверху, как это выглядит. Так выглядит наше строительство объекта. Извините за шум, люди работают, собирают оконную опалубку. Ну, сейчас покажу вам некоторые элементы инженерной коммуникации. Начнем с канализации. Здесь мы находимся в санузле. Это система перископ. Это канализация в теле бетона. То есть она заложена в стены. Уходит она у нас дальше в плиту перекрытия, и под уклоном это уходит в ту сторону для подключения главной канализации, стыку. Там же установлена сразу фановая труба. Все это сделано в теле бетона. Единственное, это дело, ребят, мы раз попробовали, это очень долго и муторно. И если кто-то захочет, чтобы мы вот такую систему закладывали, это надо считать отдельно. Здесь также заложили канализацию в другой стене. Здесь у заказчика будет не гардеробная, а постирочная. Тоже это две стиральные машинки подключаются. Это футляры для электропроводки. Это будущие закладки под розетку. Вот здесь также система перископ. Я ее так назвал.
похоже. Здесь будет раковина, это трубы вентиляции, там еще трубы вентиляции уже с этой комнаты, это с первого этажа идут, это здесь, если вверх поднимете, тут уже будет у нас выше с этой комнаты санузла. И вот она, труба идет в теле бетона. Вот посмотрите, как она уходит сюда. Тут фановая труба дальше поднимается. Здесь еще канализация. И вон у нас также в той комнате. Внизу, на первом этаже, там будет рабочая зона. И здесь труба вентиляции на вытяжку. Рядом с ней также проложена футляр для электропроводки. Наверху будет подключаться крышный вентилятор, который будет вытягивать весь воздух из рабочей зоны кухни. То есть он будет включаться или по датчику CO2, или по клавише на первом этаже. Также здесь уже разложено, видите, футляры для электропроводки по периметру. Вот они все у нас разложены. Здесь у нас спальня. Здесь у нас спальня. И здесь два футляра труб. Один для высоковольки, другой у нас футляр. Подойдем поближе. Один у нас для высоковольки, другой для низковольки. Здесь будет висеть телевизор. Здесь у нас будет подключение, точка. То есть введено все донизу, потому что низковолька будет низковольтовая. Разводка будет делаться через плинтуса. Ну, как я предполагаю. Заложены уже трубы для приточной вентиляции. Много ее не бывает, если она лишняя, ее легче потом закидать. Это вентиляция санузлов из первого этажа. Это там вентиляция у нас для котельни. Это у нас здесь выключатели будут. То есть везде разложены футляры. То есть здесь еще будет вентиляция. Там внизу большая комната. Это кухня-гостиная. Из этой комнаты и из той комнаты тоже будет своя вытяжка. Но это заказчик, если хочет, надо это делать. Дальше, если посмотрим по периметру, у нас везде футляры. И уже заложены, опять же, у нас закладки из пенопласта. Здесь же та же низковолька, высоковолька. Здесь будет висеть телевизор. Низковолька нужна для того, чтобы там подключать интернет или еще что-то. Вот в этом проекте Певчий Комфорт Класс я бы не делал вот эту стенку. Там у нас гардеробная, здесь хозяйская спальня. Можете зайти на сайт, посмотреть. Желательно на нашем сайте смотреть с компьютера или с ПК, потому что задают иногда вопросы. Ребята, а в 2 миллиона я увожусь, хочу дом за 170-180 квадратных метров. Ребята, смотрите с компьютера на нашем сайте проекты, там 150 и 160 метров, сколько надо потратить туда бетона, там все есть. И сколько стоимость работ. Да, если делать индивидуальный проект, может у вас там что-то дешевле, может что-то дороже получится, но любые расчеты, это требует времени и денег. Просто так вот посчитать, сколько стоит, я вам сейчас эскизник пришлю. Ну, мы этим не занимаемся, потому что это долго. Ну, если за деньги, посчитать, конечно, можно. Но опять же, вот к этой стенке. Вот как удешевить можно дом. Вот эту бы стенку я бы не делал. Потому что здесь гардеробная. Это у нас вход в хозяйскую спальню. И я бы ее сделал полностью стеклянной. Ну, такие раздвижные стеклянные. Здесь и свет будет попадать вот в этот коридор. И будет, ну, как-то такой в стиле современном хай-тек. Возможно. Еще мне нравится, если бы изменить в этом проекте, а это легко мы можем изменить, вот у нас лестничный марш. Вот эту комнату тоже не делать, а сделать объединенный большой санузел. Там тоже перегородку, если не делать, просто сделать нормальный один санузел на втором этаже. А здесь у нас
перила поставить, окошко, и здесь такое большое просторное пространство, как со вторым светом, что-то такое интересное. Еще можно как удешевить, кстати, кому не надо много спален, ну вот надо две спальни на втором этаже, одну спальню на первом. Вот зайдемте в хозяйскую спальню. Вот представьте, у нас это хозяйская спальня, тут гардеробная, здесь вот вход в коридор, в коридорчик, и вот здесь большое панорамное окно. А вот эту комнату, вон, если вы посмотрите вдаль, арматуру, не ставить эти стены, здесь можно сделать большую такую террасу, балкон. То есть экономия на чем идет? Нету одной стены, нету второй стены. У нас есть просто большая терраса, там можно поставить колонну, чтобы на нее опиралась крыша. А можно, если в стиле хай-тек делать с плоской крышей, то вообще и навеса-то никакого не нужно. Опять же, я говорил вам про вот эту большую террасу. Вот она, если представьте, большая терраса, здесь большое такое окно. Вот эти стены убираем две. Хорошая такая, здесь стол поставить можно, пить чай. Это, в принципе, можно, зайдя на наш сайт, посмотреть там проект «Певчий комфорт класс» и на второй этаж это планировку. Там можно вот именно поиграть. Можно и с той стороны, вон, и с той спальни сделать. Можно из этой спальни сделать, без разницы. Но этот дом можно трансформировать. И, кстати, в принципе, наверное, те дома, которые у нас еще есть, проект тоже можно трансформировать. Мы сейчас разрабатываем еще один проект, одноэтажный дом и двухэтажный, в стиле именно хай-тек с плоской крышей. Так что подписывайтесь на канал. Многие задают вопрос, можно ли зимой заливать. Да, зимой можно заливать с прогревом, без проблем. Да, это удорожание. Сколько это стоит на каждый объекте, при каждой температуре, на каждом геолокации объекта будет все по-разному. И это уже, если кто-то хочет зимой строиться, мы готовы зимой строить. Это надо отдельно уже считать, сколько будет прогрев стоить. Да, это деньги и немалые. Но все считается в сравнении, потому что начиная строить, например, зимой, летом, весной закупаешь утеплитель, уже к осени может быть готовый теплый контур с окнами. И уже в следующую зиму можно делать отделку. Это как вариант, есть такой. Можно, конечно, подождать до весны и строить весной, если вы никуда не торопитесь. Но если вы живете на квартире там или еще что-то, время поджимает, то, в принципе, это возможно. Ну, а сейчас мы сделаем виртуальную экскурсию. Просто пройдемся по всем комнатам, вы просто посмотрите виртуальную стройку. Это буквально там займет там минуту-две. Нежданчиком навалилось снега немного, но давайте прогуляемся, посмотрим. Это у нас коридор, здесь у нас лестничный марш, колодец лестничного марша. Здесь у нас у заказчика будет прачечная и гладильная. Дальше у нас здесь один санузел. Здесь у нас второй санузел. В этом проекте в обоих санузлах есть окно. Что бы, кстати, я бы здесь изменил? Я бы вот эту стенку подвинул дальше
и вот этот санузел объединил, чтобы был он какой-то буквы Г. Было бы вообще интересно, это возможно. Дальше. Это у нас одна спальня. Выходим из спальни, попадаем опять в коридор. Вторая спальня. Эта спальня может быть также балконом или террасой. Вот у нас вторая спальня. Это у нас хозяйская спальня с гардеробной. Вот у нас хозяйская спальня. Окна можно местами менять, можно какие-то делать, а какие-то не делать. Вот хозяйская спальня, вот здесь гардеробная. Вот так выглядит. Кстати, можно здесь, опять же, говорим, как удешевить. Можно здесь сделать балкон с террасой. Можно с этой стороны сделать балкон с террасой, выход на террасу, а здесь такое панорамное окно. Здесь вот в этом месте ставить перегородку, а вход сделать оттуда. Вариаций вообще много. Вот так мы прогулялись, зима началась. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Ходите в группу Одноклассники, Инстаграм мы начали развивать, там ВКонтакте. Подписывайтесь, будем выкладывать туда дополнительную информацию. Всем пока, до новых встреч, с вами был Олег Кузьмичев.